Привет, друзья! Передвигаюсь в пробке очень медленно, и есть время кое о чем с вами поговорить. Так вот, после вчерашнего эфира «Человека года» мой директ просто взорвался вашими гневными сообщениями, которые сводятся, в принципе, к одной мысли. Все участники «Дома-2» тупые, позор, где вы их набрали? Ребят, ну подождите. Позор не им, позор не «Дому-2», а позор российской системе образования современной, которая выпускает таких ребят из школ, которые не могут объяснить им, что первая женщина, которая полетела в космос, это не Гагарина, а Валентина Терешкова и так далее и тому подобное. Ну, вы сами все видели. Но удивительно другое. Сегодня мне в директе девочка написала: вы неправильно засчитали Мандезиру вопрос 2 плюс 2 умножить на 2. Он ответил 6. А на самом деле 8. Девочка забыла, что сперва делается умножение, то есть 2 умножить на 2, а потом сложение, плюс 2, и получается 6. Мандезир ответил правильно. А вот девочка, она тоже из этой же системы образования, понимаете? Поэтому не надо обвинять Дом-2 и участников. Надо спрашивать со школ. У нас раньше была лучшая система образования, советская, лучшая. А потом, вы все прекрасно знаете, лучшие умы улетели за границу.